Урок физической культуры номер 38, 7 класс. Тема урока – казахские национальные игры. Задача урока – обсуждать и адаптировать поведение, отражающее честную игру, патриотизм, сотрудничество во время соревнований. Уметь обсуждать и демонстрировать ряд навыков совместно эффективной работы по созданию благоприятной учебной среды. Здравствуйте, уважаемые учащиеся. Продолжаем заниматься дистанционно. Обратили внимание по сторонам, что не было посторонних предметов, от которых вы можете получить травму. Итак, начинаем общеразвивающие упражнения. На раз, наклон вперед, два назад, три влево, четыре вправо. Исходное положение принять, упражнение вперед начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, закончили. Следующее упражнение. Руки на плечи. Вращение плечевого сустава. На 4 счета вперед, на 4 счета назад. Упражнение вперед. Начали. Дай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз. Закончим. Следующее упражнение. Руки на пояс. Наклоны. На раз вперед, два назад, три влево, четыре вправо. Исходное положение принять. Упражнение вперед начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три, закончим. Следующее упражнение у нас вращение плеч. На два раза вправо, на два раза влево. Ручки в стороны. Упражнение вправо начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ручки ставим также на плечи, но приподнимаемся на носочек. Упражнение вперед. Начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Следующее упражнение. Широкая стойка. Наклон. На раз. Левой ноги. Два. Следи. Три. Правой ноги. Упражнение к левой ноги. Начали. Да? Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Раз, два, три. Закончим. Следующее упражнение. Выполняем. Произведение. 10 приседаний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10. Отдохнули. Восстановили дыхание. Переходим к прыжкам. 5 раз на левой, 5 раз на правой и 10 раз вместе. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончим. Физическое воспитание подрастающего поколения составляет неотъемлемую часть воспитания и образования детей и направлено на всестороннее развитие физических и духовных сил. Казахстан принадлежит к странам древнейшей культуры.
Древнейшую историю имеет и физическая культура. У казахского народа много неповторимых и разнообразных видов игр. С древних времен в играх казахов применялись приспособления, сделанные из камней, костей животных, дерева. Игры были связаны с элементами бега, метания, поднятия тяжестей. Это развивало ловкость, быстроту, силу. Физическое воспитание казахского народа было направлено на подготовку сильных духом и телом батыров. Ранее в Казахша-Курес не было ни возрастных, ни весовых ограничений. В настоящее время в данном виде спорта установлены определенные правила относительно единой формы и техники ведения борьбы. Форма борцов в Казахша-Курес несколько схожа с формой самбиста. В отличие от самбо, в Казахша-Курес куртка имеет короткие рукава, небольшие нашивки на плечах. Шьется куртка из более прочного материала. За пояс и выше пояса разрешаются любые захваты. Цель схватки – бросить противника на спину. Правила. В Казахша-Курес разрешены захваты за верхнюю часть тела. Борьба производится в стойке. Проходы в ноги запрещены. Можно проводить захваты за куртку и за пояс. Разрешены приемы поясной борьбы. Можно делать подсечки, зацепы ногами, приемы через бедро. Ни в коем случае нельзя касаться коленом ковра. Из-за этого дают предупреждение. Казахша-Курес по технике схож с грузинской, башкирской и узбекской борьбой. Приемы Казахша-Курес были включены в технику борьбы самбо. Зачастую борцы Казахша-Курес палуаны участвуют в различных соревнованиях по самбо и дзюдо. Казахша-Курес – казахская национальная борьба. Казахша-Курес является одним из древних видов спорта у казахов. В современном Казахстане данное единоборство используется большой популярностью, а соревнования по Казахша-Курес проводятся на праздниках и торжествах. С 1938 года входят в программу республиканских соревнований. В 2016 году ЮНЕСКО, отметив влияние на укрепление отношений между общинами, основанных на принципах толерантности, доброй воли и солидарности, внесла Казахша-Курес в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.